Система отопления состоит на Зарянине из газоновской печки, которая позволяет до минус 10, минус 15, даже не включая моторчика, едешь за счет встречного потока воздуха довольно комфортно. И, соответственно, автономки, это сейчас мы ставим автономку «Север», которая может дуть как вперед, также поворачивается этот, может дуть также назад. Вверх, вниз, куда угодно. Ну, забор воздуха происходит на улице с ветрозаборником, или как его назвать. Проходит через печку. Печки с каждой стороны по два выхода. Есть наверх, на стекла, и вниз, которая дует вдоль, как бы вдоль машины. В то же время, если водителю ноги мерзнут, можно, вот здесь есть такая пропочка на веревочке, чтобы не терялась. А можно полностью его снять, если уж совсем ноги мерзнут. С той стороны такое не нужно, там просто на ноги дует. Вверх, так как стекла все двойные, как такового обдува стекол и не надо. Только вот при заводке, чтобы немного отпотевшее это сдулось. А потом это можно закрыть, чтобы все дуло в ноги и, соответственно, вдоль салона взад. Стандартная печка включается, ну, два положения. Малые обороты, большие обороты. Как бы моторчики на каждой стороне свой. Поэтому при выходе из строя одного моторчика можно переставить. Ну, хотя при двойных стеклах это как бы и это... Обдув стекол как таковой не нужен. Даже наоборот, при относительно теплой погоде, чтобы не оттаивало с наружной стороны снег на стеклах, надо убирать обдув со стекол, чтобы при стоянках не образовывались капли, которые потом мешают ехать. Получается два ветрозаборника, но один идет на печку, вот этот, который левый, а который правый идет на забор воздуха на двигатель. Сзади сделана вентиляция. Вентиляция сделана вот такого типа. То есть забор происходит с самого низу, чтобы теплый воздух не терять, а самый холодный воздух подливается же внизу. И поэтому он вот здесь выходит. Там отверстие с клапаном, чтобы не было обратного притока, когда ночуешь, чтобы сугроб не наметало. Ну и, соответственно, здесь есть жалюзи, которые всегда должны быть в открытом состоянии. Это только когда где-то по пыльной дороге, когда едешь, ее можно прикрыть. И то, если окна закрывать, а чисто встречным потоком воздуха, вентиляция будет, пыль не будет заходить в салон. А если окна открыть, тогда оно будет как бы затягивать. Как-то так. Так вот двор почистим.